Друзья, да, как уже было отмечено Германом, я, пожалуй, с ним соглашусь, то что карта Прованс — это действительно карта команды Атрибуция, они одни из первых начинали играть на этой мапе, ну и, соответственно, команде StrongWell придется недалеко, и уже по первому таймингу они теряют Джо. Да, и опять Джо, что опять же примечательно, я не знаю, Джо нужно успокоиться, я понимаю, что у него сейчас вот эта злость именно к себе, что у него не получается, не залетает, и он хочет прямо, знаешь, уже через эту злость просто пойти, иду, все, сейчас сделаю фрак, и все нормально будет. В такие моменты, когда ты горишь, ты думаешь, что ты сейчас можешь сделать лучше, но когда ты горишь, ты сделаешь только хуже, абсолютно всегда. Это, вы можете себя переубеждать, что это не так, но это действительно так и работает, это тонкий момент психологии, ты не так сконцентрирован, как тебе кажется. Ты, возможно, становишься чуть увереннее, но эта уверенность иногда зачастую сопровождается не самым грамотным выбором позиции. Ну а пока на карте Свайлды все-таки справляются. И без Джо. 4 в 2 ситуация, вариант и план вдвоем. Но вот здесь найдут минус еще и по Вори. Ну, первый размен от плана имеется, конечно, но еще 3 соперника надо как-то постараться ликвидировать. Будет очень тяжко. Но я думаю, он будет смещаться сейчас опять же на лонг. Возможно, попытается дать минус в районе аплейнта. Но у него была информация о том, что еще Кэл находится на миде. Так что здесь аплейн теоретически может быть закрыт двумя игроками. А вот в районе Б-сайта, возможно, будет один. И как раз таки план смещается под Б-плейн. Сотня хелсбара по-прежнему у Михаила. Но и пельмень сейчас попытается подредактировать данное количество процентов здоровья плана, но пока что пельмень на хате сидит, у него особо проблем нету, а план тем временем уже на шифте, и в соответствии пельменю будет очень тяжело услышать своего оппонента, а план занимает ковры, и сейчас выйдет уже на бомбсайт, и может далее поставить плейнт, но, конечно, стрелять плейнт от троих своих оппонентов будет крайне тяжело. Согласен. Ну а здесь выбора-то другого-то и нет. Конечно, хорошо было бы, если подстрелил на протяжении, да, вот, точнее, во время подхода к планту кого-то. Это уже была бы 1 в 2 ситуация, но не факт, что он бы там не остался редовым. Ну а так, 1 в 3 фуловому игроку, в принципе, потащить можно. Здесь очень во многом зависит грамотный выбор позиции. Ну и вот загар здесь вот в неудобной точке для плана находится. В очень неудобной. Если он забирает сейчас одного, ну там пельмеха с Кайлом... Ох, какая же граната от загара. И это первый раунд за командой StrongWild в обороне. Хорош, хорош, ничего не скажешь. Хороши, точнее, даже бомба так. Деактивирована. Так, начало раунда было неприятным, минус Джон, но справились. Миссия справились, провалена. Это самое главное. Ну и в соответствии, а также огромный плюс для них в плане морали, что действительно они начали эту карту с первого же раунда для себя. Это очень важно для них, и в соответствии сейчас надо продолжать положительные эмоции. Кайл в очередной раз пытается выйти на пожим, но план добирается до Джо, и Джо опять побит. Мне кажется, слово Джо в сегодняшней встрече против команды Атрибут звучит больше, чем за весь сезон. Да. Слишком большой акцент мы на нем делаем, но действительно мы просто понимаем, насколько игроку сейчас неловко. По Дэниле очень классная граната была. Здесь Варян, и Варян, в принципе, его добирает сам. Кайл на размене, но Кайла сейчас будут душить. Это Соушки будет. И Соушки прочекает его или нет? Вейк подстраховал. Вейк здесь, на самом деле, спас своего тиммейта от неминуемой смерти. Но пельмех 1 в 4. Быстрый, быстрый контр-раунд придумали команды Атрибутс. Ничего они, на самом деле, из такого прям экстра неординарного не придумали. Сделали свой дефолт, но вот пельмени... Надо стараться этот дефолт превратить в раунд номер 2 для своей команды. Но будет это тяжело. Джо взял, кстати, кемпу. Он попытался там сделать минус, раз с аугом не получается. Но и с кемпой там его просто растаскали по сторонам. Поэтому у него не было фулл концентрации на какого-то одного оппонента. И, к сожалению, он снова погиб. И раунд номер 3 стартует прямо сейчас. Но я думаю, Джо в очередной раз попытается поймать своего соперника, опять же, в районе мида со своим снайперским девайсом, но уже обратно поменял на аук, но и вновь попытается провести перестрелку на план, опять позиции. С самого начала раунда, как только проходит лонг и длина, план всегда играет закрывающего, всегда дает саппорта на отстрел того же мида. Но уже пропустили на арку, и смещение имеется под B-сайт, где находится один Дэниэль, по нему дали информацию, да ладно, как Сошки его не закрыл. Там опять Джо закрыли. Джо, вот ты же по-любому будешь смотреть эту запись. Не гори, не гори, все будет нормально. Вот здесь его стейдж, на самом деле, неплохо развел Дэни, или якобы у него был релоуд, но он все-таки подождал и дальше начал стрелять по своему сопернику. Такой вот тонкий тактический маневр. Ну и пельмеха пошел поджимать. Джо там уже пригорает конкретно, ладно.
Ну ладно, не будем на этом внимание акцентировать, все прекрасно понимаем. Вейк пробирается тем временем мимо пельменя. Пельмень его не чекает. Просто на контрах Вейкич проходит. И в соответствии сейчас на Б-сайте, если он все-таки каким-то чудом проберется за спину там Кайлу к Загару, то будут проблемы. Но Вейк спалился. Вейк спалился, пельмень уже пошел на смещение. Он дает информацию, что парни я пропустил. Ну и Вейкич зачекал также уже позиции хаты. А здесь может добраться до Кайла. Да, все, есть информация. И сразу же на мид. Сразу же на мид и, скорее всего, под аплейн. Ну, пофейкует, еще времени-то довольно предостаточно. Здесь расстояние между плантами не такое большое, как на карте, допустим, в ВВГ. Здесь можно и побегать. Так, слышит загар, загар. Ой, здесь еще и кал по счастливой случайности оказался. И это 2-1 за командой Strong Wild. Ну, опять же, пятерку им забрать здесь надо, потому что на смене стороны атрибуции будут чувствовать себя, ну, супер уверенно. Потому что на смену, ой, точнее, оборона здесь является сильной стороной. Хотя, опять же, да, мы будем вспоминать очень много разговоров. Кому-то эта карта кажется сильнее в атаке, кому-то в обороне. Ну... Кому как, опять же, да, на вкус цвет товарища очень мало. Но в целом, как мне кажется, половина обороны здесь является немножко такой вот более удобной для отыгрыша. Но пока что идет у нас перестрелка, потеряли Кайло в обороне игроки Strong Wild, так что Дагар отметился, ой, еще и Джо погиб, но и пельмешка. Один против двоих, посмотрим, погаснет ли его никнейм на карте или сможет потушить здесь Вейкича и Варяна. Нет, не сможет, Вейк ставит все-таки хэдшот своему сопернику, но и миссия это все-таки 2-2 счет на табло. Ну что, поехали дальше. Атрибуции пока сейчас растягивают по карте своего соперника. С Вайлдом, наверное, надо как-то вот больше вот здесь вот под Зигу постараться активнее поиграть. Допустим, игроку с УАшками постараться постоянно напрягать Варяна. И Вестейшн любитель под эту позицию походить. Ну и вот, пожалуйста, да, есть минус. И второй сразу. Вот-вот включились. И Джо включился. Все хорошо. Ну и Вейк остается вдвое вместе с Вестейшн. 2 в 4, но по-прежнему этот раунд можно было бы затащить, если бы, опять же, не Джо. Джо в этот раз отличился со знаком плюс для своей команды, даблкил, ну и эвастейшн. Ну все, все, разозлили, парни, разозлили. Все. Режим уничтожения включен, но 3-2, 3-2, счет на табло, команде атрибут все-таки в атаке пока что не удается обойти своего соперника. Здесь команда Strong Wild стоит довольно крепко на своих оборонительных позициях. От Вейкича имеется open фраг, минус Кайл и аркада от пельменя. Мне кажется, но тем не менее, более с ним не смог справиться. Солшки смог разменяться по Дэниелю. Пельмень просто уходит на крышу, будет принимать, а Джо в очередной раз находит минус по эвастейшену. У пельменя будут проблемы, явно под Б-сайтом нужен саппорт, но и смещение имеется уже от Загара, плюсом дроп на мидл будет от Джо, скорее всего пойдет через арку дать хелпу, но пельмешка пока что справляется самостоятельно. Самое главное то, что теперь его позиционка известна, ну и как же планы Вейка разыграют эту ситуацию. Да, ну Вейк здесь получает еще по голове от Джо, ну что же, план 1x3, посмотрим на что здесь Михаил Кожевников. Будет гораздо, кстати, если они проиграют 5-2, на самом деле это будет, как по мне, результат неудовлетворительный для команды Attributes. Им нужно будет тогда выигрывать с счетом либо 5-1, либо 5-0, чтобы заканчивать эту карту в основное время. В теории, конечно, они еще могут забрать и 3-й раунд, 4-й и 5-й, если заберут 2-3 подряд, соответственно, после этого раунда. Но в целом это не та игра, которая им присуща. То есть, знаете, Свелды делают что-то для них неудобное. Но вот что, пока, к сожалению, понять не совсем получается. Потому что стиль команды Strong Wild еще не совсем, так скажем, налицо. Они постоянно экспериментируют, постоянно меняют позициями игроков, постоянно что-то либо пропушат, либо наоборот останутся, либо сыграют где-то в закрытую, и атрибуты сами иногда порой не понимают, что же делать. Но вот план. Выиграл немножко себе времени, выиграл немножко позиционки, теперь 1 в 2 будет играть. Но его пельмеха здесь просто-напросто... А, он его слышал. Да ладно. Пельмеха зря так играл. Норовито, наверное, надо все-таки было немножко на тоненького сыграть. Но, тем не менее, здесь уже подошла хелпа в лице Джо, так, планы должны, по сути, вдвоем закрыть, а вот это уже опасно. Это очень опасно, план добирается до Джо, откинута граната, ну и пельмень попытается развести своего оппонента, план уходит на установку фугаса, а выход с переулка будет от пельмешки, и пельмешка должен успевать, да, все, у него должна быть информация по плану, на какая хаешка, дружище.
далеко. Фланг спокойно уходит с позиции бомбсайта, при этом фугас все-таки был установлен. Ну и сейчас можно уже просто гонять своего соперника по бомбсайту. Ой-ой-ой, еще скидать дамаг. Пошел до плана, добрался все-таки пельмень. Но это 4-2. По первой половине явно игроки команды Strong Wild возвращаются. Бомба в игру. Деактивирована. 4-2 счет на табло. Если, конечно, этот мини-камбэк не совершится со стороны команды Атрибут, то мы с вами увидим 5-2 первой половины. Ну, смотрим. Смотрим, это действительно такой шанс для Атрибут. Все-таки постараться побороться здесь за эту карту. И знаешь ли, Макс, я вообще не ожидал, что я буду говорить, что они... что они будут бороться за эту карту. То есть она должна была быть по дефолту, как по мне, в их пользу. А S-Wild'ы должны были бороться. Но здесь пока что S-Wild'ы показывают, наоборот, лучший Point Blank, нежели, допустим, на первой карте. Хотя там и первая половина тоже была в их пользу. Практически. Один раунд они все же проиграли, там 5-4, да. Но главное, чтобы здесь такой ситуации не повторилось. Если сейчас отдадут 3 раунда подряд команде Атрибут, то у нас с меньшей стороны будет все равно тяжело. Ну ладно, не будем загадывать, давай просто посмотрим. Соушки тем временем пробрался на мидл, там Кайл должен будет давать по нему информацию. По даплейнтом могут быть проблемы, но вот почему один? Почему один? Сошки просто врывается соло под дом, получается ли сразу же от Кайла дамага. Эвестейшн уже победил соло, у него ближайший саппорт это Вей, который находится на длине, но тем не менее соперник мог спокойно скрыться в поле зрения, и соответственно саппорта Эвестейшн просто не было. Есть от Кайла, Кайл выживает, но это пятый раунд в активе команды S-Wild, там за считанные секунды потянулась еще и хелпа, и парни добивают весь выход под бомбсайт А, и в соответствии... Первая половина очень крушительная получилась, но можем сейчас с тобой полностью промахнуться во всех наших прогнозах, если три раунда еще дают какую-то поблажку, да, так скажем, своему сопернику игроки команды Атрибутс. Но на первой половине, не знаю, очень много каких-то сумбурных выпадов в соло, очень рассеянная была атака, то есть они не сделали таких раундов, где просто, допустим, отправили группу атаки на мидл, да, там два игрока и трое через лонг, просто закидали хаешками тот же аплейнт, ворвались мидл, ворвались аплейнт. Всегда был выход где-то по одному, где-то кто-то один открывался, погибал, в лучшем случае, конечно, это давали минуса размены, но так в атаке они не играли еще, как по мне. Ну, давай смотреть. Давай смотреть за вторую половину. У S-Wild'ов очень хороший шанс на взять эту карту. Им три раунда надо взять в атаке. Ну, а много это или мало, конечно же, решать вам, дорогие друзья. Лично для меня это, на самом деле, ну, немного. И Аджо есть энтрифраг. Закрывает он планы на миду. И что делать команде Атрибут сейчас? Где находить размены? Вот в чем вопрос. Вариант играет под своей дефолтной позицией. У него здесь, я думаю, никогда проблем, ну, особо прям не возникал. Он всегда и на размену успевал играть. И, в принципе, там ряд минусов мог сделать. И вот пельмех он находит. И есть. Вот все-таки это первый размен. Но ситуация по хп даже равная. Ну и вот Вейк. Активно пикает с балкона. Но вот если его потеряет команда, это уже будет прям, ну, мягко говоря, совсем не камильфо. Но поехали посмотрим за Кайлом. У него должна быть информация здесь по Варяну. Навряд ли Варян пойдет чекать выход через арки на мидл. Но, тем не менее, здесь Кайл, я так понимаю, роль закрывающего. Навряд ли ему стоит одному вообще суваться в район Б-сайта. Но пробрался. Хорошо, информации по нему абсолютно никакой нету. А вот сейчас Шиф должен слышать. Должен был слышать Шиф Бори. Но, тем не менее, Кайл, да ты посмотри, что делает этот парень. Они в итоге теперь и под аплен спокойно зайдут. А Кайл здесь может... Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, он так все шикарно сделал. Ну и вот в последний момент он неожиданно... Ну, там действительно, там не было информации. Там была информация только по Сошке, который постоянно там что-то простреливал. А по Воре не было ни единой инфы. И ситуация 3 в 2 становится у нас на карте. У Джо еще 6 хп. И там уже Сошки идет его закрывать. Ну и Сошки есть минус раз. И Сошки закрывает второго. Это 5-3. Пока что Атрибутс потихоньку начинают прибирать свои раунды к рукам. Но... Заберут ли еще парочку? Вот это вопрос большой. Потому что все-таки далеко такая шаткая ситуация у нас на карте, и далеко она нестабильна. То есть здесь как и S-Wild'ы могут сейчас пойти по разменам, так и команда Атрибут сможет несколько раундов к ряду взять. Есть минус. Хаешка очень хорошо взлетела. Максим выживает очень долго по даплейтопу. Там, кстати, пельмень уже ворвался за спину. Есть минус.
Двейкич пытается еще найти фраг для своей команды, но там Джо очень вовремя подсаппортил. Смеда есть фраг, ну и Солшки остался бомба один против установлена. Троих. Плейн все-таки был установлен. Скорее всего, попытается сыграть сейчас именно через лонг, но у него должна быть информация, что Джо еще может находиться где-то. Нет, да, эта инфа есть, но с Джо он также не справляется, погибает. И все-таки этот раунд отыгрывает для себя S-Wild. Но вот как поменялась игра у этих ребят, когда вернулся все-таки в строй Джо? Ну вот, а я о чем и говорю, да, что все-таки один игрок это действительно боевая единица, и ее зачастую может очень сильно не хватать. Ну и вот вернулся, и теперь абсолютно другая игра у команды Stroke Wild. Им нужно еще два раунда забрать, чтобы вообще без вопросов победить на этой карте. Но получится или нет, пока что еще тоже большой-пребольшой вопрос. Все-таки атрибуты могут 4 раунда подряд забрать. И это может стать вообще-то супер дезморалью. Прошу прощения, для команды Strong Wild. Ну, Кайл с Пельмехой вдвоем. Очень важно вот следующий раунд не проиграть. И этот, в принципе, без разницы. То есть его можно отпускать, и его, на него там можно, там, грубо говоря, особо времени на разбор не уделять. Именно вот 3-1 не допустить. Потому что если допускает 3-1, это настолько вот эта тонкая грань между, да, вот победой, ничьей и поражением. То есть прям очень тяжело будет команде Strong Wild, тогда чисто морально уже настраивается на победные два раунда подряд. Ну, ну все, это 2-1. Также погибает. Ну да, здесь в любом случае соперников слишком много. Миссия было на карте. Успешна. Парни и так приняли решение разделиться, играли каждый под своей позицией, но там пельмени засветили моментально и просто накинули по нему дамага. Смещение имеется под лонг. Игроки команды Strong Wild сделают ли фаст выход под аплейнт или же все-таки будут продолжать играть на отстрел, неизвестно. Но вот хаешка неплохая залетает под рестейшн. Да, это быстрый выход под альфу, но здесь должно быть смещение со стороны обороны. И тут проблемы. Никто не контрит, Джо врывается, да ладно, но в то же время не потратил на своего соперника. Есть минус, есть дабл-килл, но здесь смещается уже и Соушки. Отличный минус, попытается списание, но тем не менее выбивание подоспело моментально. И здесь Кайл остается один против толпы. О, уже не против толпы, уже один на один. Но Вори, Вори пытается добраться. Что творит? Что творит этот бес на Кайле? Это вот оно, морально-молевая... Ромально-молевая, морально-волевая. Вот это действительно было классно. Вот это вот Кайл красавчик. Ну что, это как минимум доп уже для команды Strong Wild. Они здесь должны ставить точку. Все, ну коражи сейчас просто должны лететь, лететь, лететь. Ну и посмотрим, полетят ли. Ну, не знаю, не знаю. Но мне кажется, здесь уже игроки команды атрибут сами для себя эту карту. Ну, пацаны, так мы ее еще не играли, как мы ее не отдали. Мне кажется, у самих ребят к себе очень много вопросов. Очередная попытка выйти на Б-сайт. Пока что она, в принципе, можно сказать, увенчалась удачей. Да, прошли размены, но Вори по-прежнему живет. Живет соперника под коврами. Пельмени, но вот до Кайла не добрался. Здесь опять же Максим очень грамотно разыграл. И есть хаешка неплохая под плана. Ой-ой-ой-ой, у плана-то остается буквально хп на тычку. И там и Эвестейшн под склад играет. Если его зачекают, будут проблемы. А это смещение. Это смещение под аплейнт. И там парни будут спокойно ставить фугас. Но самое главное не затянуть это смещение, иначе атрибуты сами туда придут. Так, ну что, планы и Эвестейшн против Джо и Кайла. Но здесь, конечно, по ХП ощутимое преимущество у команды Strong Wild. Так, здесь Джо подлагал, по-моему, немножко. Меня профризил. Ну ладно, это, в принципе, не столь важно. Бомба будет установлена в апленту. Ну и план с Эвестейшном. Я не знаю, здесь тяжеловато будет все-таки. На планы здесь сетовать, наверное, точно не стоит. За счет его количества хелсбара. Но вот Эвестейшн должен понимать, что в пленту где-то должен быть один. Ну и вот он спалил Джо. Теперь переводит прицел, но здесь уже готов Кайл спину расстреливать. Кайл приходит на хелпу к Джо, есть минус по Эвестейшену. И это, судя по всему, победа, дорогие друзья, от команды Strong Wild. Да, так и есть. И это 8-4 уже. Ну там атрибуты проигрывают свою карту. Ого. Не знаю. Не знаю, как это объяснить вообще, что происходит сейчас на карте. Но самое главное, тут очередной матч, дорогие друзья. У нас
не обошелся, можно сказать, без сенсации. Все-таки на карте Прованс обыграть команду Атрибут довольно тяжело. Бобок отмеется в очередной раз от Джо, под плана очередной минус. Вильмешка смог прорваться через мидл. Он отключает аплейн, альфа просто открыта сейчас для команды Стронгвелл. Парни уже, естественно, то, что снимают позиции в сайте, будут ставить фугас. Вори не смог управлять, играет, что есть. Минус, но далее пельмени не зачекал, точнее вейк не зачекал пельмени, прошу прощения. Есть фраг и выход через лонг будет, парни раскидывают гранаты, я думаю команда SWL должна передавать о том, что длина будет напрягаться. Но пельмень уже пошел дальше добирать фраги, очередной минус по соу и Вори 1 в 4 исполняет клатч раунд. Ну вот посмотрим, Вариан выходит на мидл, пельмеха дает по нему информацию. Ну все, здесь Вори просто даже банально времени не хватит на раздефьюз бомбы. И все будет решаться на третьей решающей карте. Ну, 9-4 действительно очень большой счет. Очень большой счет. Ну и здесь, даже если там заберет этот раунд, там или еще там три раунда заберут команда Атрибутс, это погода-то не сделает. И парням надо провести анализ. SWL молодцы. А вот, кстати, к Атрибутсам есть небольшой вопрос. Они вчера довольно не в своей манере отыграли игру против команды Uprising. Очень много брака было, и мы видели, что не получалось много у команды Атрибут. И сегодня у них очень действительно много погрешностей. То ли парни расслабились, то ли случилось что-то в команде. Кому-то может там неприятно друг с другом играть, я не знаю. Но это не те команды Атрибутс. Точно. Здесь что-то с уверенностью... Последние два матча. Именно последние два матча что-то не так. Что, пельмень? 1 в 4. Пошел. Пошел собирать фраги. Есть информация. Есть первый килл. 48% отходит назад. Вори также дропнулся. Но остается под фонтаном. Пока что пельмешка, но... Навряд ли игроки команды Атрибут сами полезут. Здесь все-таки 3 в 2 ситуация. Они прекрасно знают то, что по одному здесь пельмень может и раскрошить. Он смещается тем временем в район мида. Возможно, уйдет под альфу. Но бсайт уже не отпустится. Команда Атрибут, парни будут сидеть просто ждать. Пельмешка смещается на чек пробега. Как раз-таки, возможно, здесь найдет своего энеми. Нет, не найдет. А вот Эвастейшн должен его слышать. Ну что, пельмень. Надо вытаскивать. Надо вытаскивать, надо стараться. Видит вейка на КТФ, все, есть информация. Ну и теперь, в принципе, Атрибутсы могут смело выдвигаться в район А-планта и уже своего оппонента ликвидировать до следующего раунда. Вейка здесь с КТ чекает все-таки пельмеху. Ой, какой досадный промах от пельменя. Ну и, в принципе, вариант здесь точку ставит в этом раунде. 4-3. 4-3. Атрибутсы отыгрывают один раунд. Но, как я уже говорил ранее, это не имеет абсолютно никакого смысла. Есть минус все-таки от Загара, там Вейкер попытался сыграть опять же на мидл, но Загар все-таки поквитался с этим парнем, есть минус, ну и смещение опять же на Б-сайт, по всему у нас пойдет, Дэнни выбирает еще и до Солшки. Да, подходы и воюет Вори, но его сразу же ликвидирует, там план еще пытается дать саппорт, но он один и саппорт теперь нужен ему, и Эвастейшн попытается еще спуститься, но его закрыл сразу же Дэнни, размен был, даблкил от плана, отлично отыграно, но это все-таки бомбсайт занят командой Strong Wild, и это все же 1 в 3. При этом у него 14% здоровья. Я не знаю, как он будет с этой ситуацией выкручиваться. Пойдет через мидл на арку, но тем не менее под арками здесь его уже должны будут ждать. Да, там Джо просто с одним хп сидит и с кемпой контрит выход с арки. У Загара навряд ли появится информация раньше времени, так что здесь опорник в инфе, Джо. Да, все, есть информация по плану, должны его контрить. У нас еще один минус, но далее погиб. Это все-таки 10-й раунд для команды S-Wild. Браво, браво, парни. 10-5. Абсолютно идентичный счет, правда, уже в абсолютно другую сторону. Третья карта, деловой центр. Как тебе такое, Илон Маск? Как тебе такое? Но опять же, знаешь, под деловым центром можно было бы сказать то, что команда Атрибутс очень неплохо играет эту карту. И неоднократно одни из топовых игроков нашего сервера потели против них на этой мапе. Ну и на Провансе было абсолютно то же самое. Но тем не менее, Прованс это на сегодняшний вечер та карта, которую довольно легко отыграли у своего оппонента Strong Wild 10-5. Но и сейчас за деловой центр, я думаю...
точнее, на деловой центр. Ставки у команды Атрибутс — это реабилитация себя. Если они еще и ДЦ проигрывают, на котором они также хороши, то, парни, огромнейшие вопросы к вам появятся. Ну и команда Strong Wild, респект. Желаем командам удачи на вторую мапу, победить сильнее, на третью уже мапу.